Из нашей команды, нашей замечательной Алены, ушел из жизни папа. И мы решили сделать что-то, чтобы помочь с организацией, как вы сами понимаете, всех ритуальных моментов, вопросов. Мы обычно за все это лето, начиная с весны, никогда не просили денег за свои концерты и ничего подобного не делали. Сегодня мы впервые бросим чехол. Поэтому мы признательны всем. Также, если хотите, за ваше участие наши фотографы вас сфотографируют. Можно будет, там, не знаю, сейчас или там, чуть попозже заказать песню. Если мы ее знаем, мы обязательно исполним с большим удовольствием для вас. Ну, вот. Мы просто пытаемся все вместе сделать что-то для человека из нашей команды, потому что мы команда. Спасибо. Они говорят, им нельзя рисковать, потому что у них есть дом, в доме горит свет. И я не знаю точно, кто из нас прав. Меня ждет на улице дождь, их ждет дома обед. Закрой за мной дверь, я ухожу. Закрой за мной дверь, я ухожу. Закрой за мной дверь, я ухожу. И если тебе вдруг наскучит твой ласковый свет, тебе найдется место у нас, дождя хватит на всех. Посмотри на часы, посмотри на портрет на стене, прислушайся там за окном, ты услышишь наш смех. Закрой за мной дверь, я ухожу. Закрой за мной дверь, я ухожу. Закрой за мной дверь, я ухожу. Прощал их в воду. Я все отдам за продолжение пути, оставлю позади свою беспечную свободу. Не потерять бы серебря ее. Себе от этой тихой и чужой зимы, с которой я на ты, нам не стерпеть друг друга. И до войны мне не добраться никогда, моя безумная звезда ведет меня по кругу. Потерять бы серебряное одну заветную. А в облаках
застыл унылый неверный свет, и в нем перемешались города, и я зову ее не смело. Спасибо вам, дорогие друзья. Знаете, я хочу сказать, что, ну, Настя, какую хочешь песню? Люб, ну, вот, не знаю, выучим. Вот у меня. Мы родственники. Я тут хочу по центру слушать. Король и Шут, сестра заказывает. А какой, какую именно? Давайте Короля и Шута что-нибудь сделаем. Я родственница. Мой колпак, я хотел любви, но вышло все не так. Знаю я, ничего в жизни не вернуть, и теперь у меня один лишь только путь. Разбежавшись, спрыгнул со скалы. Вот я был, и вот меня не стало. И когда в этом вдруг узнаешь ты, тогда поймешь, кого ты потеряла. Ведь таким, как все, с детства не умел, видимо, такой жизни мой удел. А она, да что она, вечно мне лгала, и меня никогда понять бы не смогла. Разбежавшись, спрыгну со скалы. Вот я был, и вот меня не стало. И тогда тебя возненавидишь ты, лишь осознав, кого ты потеряла. Разбежавшись, прыгнул со скалы. Вот я был, и вот меня не стало. И когда себя возненавидишь ты, лишь осознав, кого ты потеряла, кого ты потеряла, кого ты потеряла. На ходу, в общем-то, учимся, стараемся, да? Вот, я хочу сказать вам большое спасибо всем за участие, потому что то, что сейчас происходит, говорит о том, что
Да, да, мир не без добрых людей. Я еще раз повторюсь, если ты, в общем-то, ну, чуть позже к нам подключился. Сегодня случилось так, что у одной из участниц нашей команды, тех, кто стоял у истоков проекта «Квартирник 45», Алена Сирожиева, у нее ушел из жизни отец. И сегодняшнее наше мероприятие приурочено к тому, чтобы помочь ей во всех этих ритуальных вопросах. Вот. Я еще раз скажу, что за все лето мы по традиции, ну, обычно ни с кого никаких денег не берем за свои выступления, мы просто делаем это от души, потому что это любим. Сегодня первый такой случай, и спасибо всем, кто поучаствовал, спасибо, друзья. Можно заказывать песни, фотографироваться, ну, просить вас фотографировать и так далее. Мы стояли на прошлой, мы ждали начала. Прижимаясь к стене, где исчезли они. Где еще жизнь, одна смерть обвенчала. Пара вспышек огня, да в эти темные дни. И что нам ветер, да на это ответит, несущийся мимо, да сломавший крыло, и упав между нами. Недолго любимый разбил объятия, как простое стекло, как простое стекло, как простое стекло, как простое. Я устал, огонь!
как на войне, а на войне, как на тебе. Но я устал, окончен бой, беру портфейн, иду домой. Окончен бой, зачат огонь, и не осталось ничего. Но мы живем, а нам с тобою повезло на зло. То, что можем, чтобы как-то ей в этом помочь. Поэтому впервые сегодня на нашем выступлении лежит чехол в виде. Спасибо. До глубокий, руки шире, не спешите, 3-4. Бодрость духа, грация и пластика. Общее укрепляющее, утром отрезвляющее, если жив пока еще гимнастика. Очень вырос целый мир, криповирус 3-4, ширится, растется, болеваните. Если хилый, сразу в гроб, сохранить здоровье что? Применяйте, люди, обтирание. Если очень вам не льется, обтирайтесь, чем придется, водными займитесь, процедуру правильнее. Не страшны дурные вести, начиная бег на месте, в выигрыше будет даже начинающий. Красота среди ведущих, первых нет и отстающих, бег на месте общий, примеряющий. Красота среди бегущих, первых нет и отстающих, ведь на месте общий ведущий. Илья Шинкаренко, ребят, я потихонечку помню заказы, которые поступают на песню. Мы обязательно споем что-то, как минимум, из творчества этих групп, если мы эту песню вдруг не вспомним. Вот. Просто просили трассы Е95, но я точно знаю, что у нас Данила из Алисы поет «Небо славян», ее споем. Вот. Илья, где ты? Где-то здесь. Илья Шинкаренко, ваши аплодисменты, дорогие друзья. Рокер со стажем, теперь уже отец двоих детей. Вот, Илья лучше меня, наверное, умеет общаться с людьми, с аудиторией, говорить в микрофон что-то, поэтому... Привет, Курган! Привет всем, что собрались, за это вам огромное спасибо. Хочу сказать, что я приехал сюда уже с готовой песней, и эту песню я не пою просто так, я ее всегда кому-нибудь посвящаю. Меня тоже такое событие, мою семью, постигло. Буквально в этом месяце ушла из жизни мама моей очаровательной жены. Вот. И сегодня я пою эту песню во имя ее и во имя всех тех, кто на нас смотрит с неба. Песня души, слышишь? Сказал, что нужно ждать. Кто пойдет меня искать, не нужно моих глаз. Я не терялась, я здесь осталась навсегда. Я заблудилась в облаках своих несбыточных мечтах. Сколько раз просила Бога, жги костры, да только ты не слышишь. А значит, кто-то свыше, есть значит, кто-то свыше. И сколько раз просила Бога, жги костры, сжигая мысли, кто мы, нам
вечность за спиною, и никуда не деться, не выкину и сердце ноет, болью стонет свыше. Но я в тебя не верю, а значит, ты не слышал, как я просила, дай мне силы, время поставить на колени. Кругом одни лишь стены и небо потолок. Читала сказки между строк, я дура верила, и сколько раз просила Бога, жги костры, да только ты не слышишь. Ну что же, а значит, кто-то слышит, слышишь, есть, значит, кто-то слышит, слышишь, а значит, кто-то слышит, слышишь, значит. Не нужно моих глаз, я не терялась, я здесь осталась навсегда. Я заблудилась в облаках своих несбыточных мечтах. Спасибо. Умеешь же рукописи писать, а? В последнее время стал слышать, что ее поют, и это не может не радовать. Сам очень сильно люблю эту песню. Ну, вот, хочу, чтобы она жила. Ну и сейчас споем. Люди уже есть. Люди уже просят. Докричимся до Бога. Ну. Давай, Илья! Спешили мы так долго, парили под небом мы так долго, на землю ложились и мы трогали солнце пальцами вдыхая, небо запах мы глотали, были по праздникам и гнались за белым парусом в небе. Обратно понимая, это будет внезапно, он забыл, как зовут его брата, он не помнит, как вернуться обратно и упал.
Нам было страшно и подумать, нам было больно, что мы сможем вернуться обратно. Мы вернулись по собственной воле в небеса, за горизонты в облака, и мы видели в них чудеса. Ясные звуки в небесах, в небесах, на горизонты в облака, и мы видели в них чудеса, ясные звуки. Храни вас Бог. Да, я спою еще заключительную одну песню. Немножко остудить наши сердца. Yeah.
Берегите себя, своих близких, детей, родных, мам, пап. Целуйте чаще. Спасибо. Спасибо тебе, братец, что не остался в стороне от всего. И в общем деле ты с нами, от души тебе. Было бы неплохо, если бы вы тоже подпевали. Тихо уже покрывает лед. Помнишь, мы с тобою целовались ночи напролет. Под шум прибоя это лето не вернуть уже. Я знаю, но когда печаль моей душе, я вспоминаю. Яхта, парус, в этом мире только мы одни. Кончилась путевка, и вагон плацкартный меня нес в новую походку. Не забуду ночи при луне и твою улыбку. Ты открытку подарила мне, а на той открытке яхта, парус. В мире только мы одни, Ялта, август, и мы с тобой влюблены. Яхта, парус, в этом мире только мы одни, Ялта, август, и мы с тобой влюблены. Яхта, парус, в этом мире все о том же, гудят провода, все того же ждут самолеты. Девочка с глазами из самого синего льда тает под огнем пулемета. Дождь уже растает, тут кто-то скоро. Поверни и полетели. Нужно писать о нем, юта тетрадь о нем. Кровью как метра полетели. Выхода нет. Выхода нет. Где-то мы расстались, не помню, в каких городах, словно это было потерье. Ай-яй-яй-яй-яй. Через мои песни идут, идут поезда, исчезают в темном тоннеле. Летом мы проснулись в одной постели, скоро рассвет. Выход. Ключ поверни. Нужно
тратим день кровью, как метрополитене, выхода нет, выхода нет. Сколько лет пройдет, все о том же будет право. Все повыждать самолетом. Девочки с глазами самого сильного льда гает под огнем пулемета. Лишь мы проснулись в одной, в одной постели. Скоро рассвет. Как правильно твой никнейм, чтобы тебя все знали? Лоя. Лоя.
Вот так. Танечка плачет, который раз она роняет в речку мячик. Она решила, будто все в жизни плохо, но в кармане пыль, левое ухо. Пульсом бьет, эй, пульсом бьет, пульсом бьет, сердцем танцы падает. Пульсом бьет, пульсом бьет, пульсом бьет. Пусть он бьет, пусть он бьет.